Друзья на прогулке. Немецкая овчарка, возраст 7 месяцев, кличка Линда. Девочка Канекарсо, возраст 5 месяцев, кличка Грей. И питбуль, возраст 6 месяцев, кличка Арчи. Так мы приучаем собак к положительному отношению стаи друг с другом. То есть социализируем собачек. Щенки должны обязательно общаться друг с другом. Перед тем, как приступать к дрессировке, обязательно собачку нужно выгулять. Дать щенку выгуляться от получаса до часа. Потом уже приступать к дрессировке. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Пусть щенки резвятся, играются. Всем удачи, всего доброго.